Больше всего мы боимся не своего несоответствия. Больше всего мы боимся своей непомерной силы. Нас пугает наш блеск, а не наш мрак. Быть маленьким и скромным не самая благородная роль, даже если она удобна окружающим. Мы хотим блистать и сверкать. Не только некоторые, но все и каждый. А научившись сиять, мы неосознанно побуждаем к этому всех окружающих. Когда мы побеждаем свои страхи, мы неосознанно пробуждаем к этому и других.